Привет. Всем привет! И сегодня у нас челлендж бенбузл. Да, вот такой вот бенбузл мы купили. И сейчас решили попробовать этот бенбузл. Вот такой вот бенбузл. Мы разложили конфетки, но у нас еще остались. Да, мы, потому что вообще как бы очень трудно их распределять, потому что они почти все одинаковые. Вот даже по цвету мы некоторые вкусы просто не могли различить. На самом деле за кадром мы уже попробовали две конфетки со вкусом сопли или груши, и это было ужасно. Но что же, да, дальше мы просто не знаем, потому что еще скунс, еще вонючий жук, да, появились, кстати, новые вкусы, помои, и это просто ужасно, и рвота, и мы просто Торт не знаем, дрожжа. Что же дать дальше? Мы надеемся, что нам попадутся вкусные, конечно. Это просто будет хорошо, мне кажется, если так будет. Ну, мне кажется, давайте начинать. Здорово. Ну что, давайте на камень-ножницы. Кто будет первый? Камень-ножницы, бумага, раз, два, три. Камень-ножницы, бумага, раз, два, три. Короче, мы подготовили, нам кажется, что самые пока что безобидные, может быть, будут панкерсы. Да. Детский подгузник. Так. Ну, пускай Даша первая пробует, а потом Милана. Я боюсь. Салфетку подпитывай. Салфетки и воды. И воды. Ребята, держите кулачки. Фу! Ужасно! Это как на вкус? Ну, пускай. Даша, слушайте. Я боюсь пробовать, серьезно говорю. У нас просто тут так много, и я просто не знаю, что делать. Пробуй. Даша впервые выбегает из кадра. Я боюсь, что мне станет плохо, вот серьезно. Сейчас, подожди, давайте дождемся Даши, чтобы она объяснила вкус. Ужасно! Ну как на вкус, вот примерно? Да, как настоящий подгузник. Нет, ну а какой сладкий, соленый? Он вообще кислый. Кислый? Или горько, чтобы он не был с наполнителем. Кокос! Он такой серьезно вкусный, вот такой яркий-яркий вкус кокоса, вот правда, ребята. Даже вдохни. Да, это. Теперь выбирает Милана. Так. Следующая конфетка. Скунса? Нет, скунса не буду. Я думаю, мы уже пробовали вот сопли, мы еще раз испытаем. Сопли или груши? Угу. Так, стоп, Юрьевна, можно я? Давай, теперь Милана первая пробует. Милана еще дожевывает прошлую. Кокос. Кстати, так трудно жевать. Они такие желейные, прилипают к зубам. И вкусно. Не, слушайте, я боюсь. Давай. Или я за тебя. Мне попадется козявка опять. Так, или сочная груша. Я не могу доесть конфету. Давай вместе. А теперь я. Извините. Слушайте, это такой ужасный вкус. Ужас просто. Теперь я. Раз. Может, тебе вкусное попадется? Ну, одна из них должна быть вкусная, по идее. Они были невкусные. Вот еще у нас лежит одна. Дашенька, тебе вкусная попалась? Сочная груша. Ура! Еще раз. Нет, у Даши воняет, серьезно. Ну, ей понравилось. Не знаю, ну, серьезно воняет. Подождите, ну... Может быть, это после прошлой конфеты. Слушайте, давайте попробую, я еще попробую вот эту вот конфету, чтобы... Потому что мне кажется, что это вообще... Вот, я же говорю. Стоп, я сейчас попробую. Ребята, у меня сочная... Я сейчас еще вот эту вот кусочку... Ты раз пробовала, да? Вкусная ли она вообще? Вот, да. По-моему. Я не понимаю. Видите, это такое... Ребят, сейчас посмотрю на коробке, что мне выбрать. Я пробовала.
Я буду пробовать побои или торт на день рождения. Нет, стоп, мы вот, кстати, не можем никак определиться, какие из них торт на день рождения, какие из них помои, я не знаю просто. Может быть, мы, конечно, ошиблись. Вот есть более такие зеленые с крапинками одинаковые, есть розовенькие. Ну, наверное, вот эти, да? Да. Какой возьмешь? Я вот это. Окей. Давай, Даша. Я первый. Да я могу пожелать. А у нас на улице салют, Новый год, да, сегодня? Что это? Торт! Ну все, теперь понятно, что у меня будет. Ну не факт. Ура! Кстати, Даша была просто белее. Ребята, серьезно? Яркий вкус бабл-гама. Но это... Тебе тоже повезло, значит. Это тутти-фрутти. Это 100% тутти-фрутти. Даша, вдохни. У Даши торт на день рождения, у меня тутти-фрутти. Я уверена на 100%. Ну ничего, следующие две конфетки. И я... Давайте усложним задачу. Выберем разные конфетки. Выбирает следующие Милана. Любые. Одну берет Милана, а вторую дает Даша. Любую. Я выбираю Даша, Даша. Можно две разные, да, конфетки. Можно я Милане выберу? Нет, сейчас Милане на очередь. Даша, следующая ты. Если ты выберешь какую-то ужасную, я выберу тебя в ответ. Так, я выберу Даша. Я не знаю, вот правда, что это. Это либо помои, либо вонючие носки. Ну, что типа такого. Ну, спасибо тебе, сестра. Подожди, но я тебе выбрала самое нормальное. Можешь мне выбрать? А себе? Корм. Нет, ты себе выбирай тоже. А следующее тебе Даша будет выбирать. Окей, Даша, нет, Милана сама себе сейчас. Ну, да. А я тебе выберу. Все, все. Ты, тебе уже выбор, ты следующее будешь выбирать. Пробуй. А что это? Либо что-то невкусное. Я не знаю, я не могу понять. Тебе вкусно? Это торт на день рождения опять. Да, ну, скорее всего, Даша. Ну что, я сейчас попробую, мне попадется корм, как всегда, потому что я удачливая. Ребят, воняет. Серьезно. Ты еще не пробовал, но уже воняет, да? Собачий корм. Давай, в рот и жуй. Собачий корм так себе. Кстати, ну что я могу сказать? Тебе понравилось. Собачий корм. Вы знаете, когда заходишь в магазин с, вот это, с едой всей, которая для домашних животных, вот так же, такой же запах, на вкус примерно так же. Ну, это, я не могу сказать, что это ужасно прям, ну вот, то, что я пробовала, но это наверное, самое, можно так сказать, безобидное, да. Вот я так не думала, но... Все, ребята, теперь моя очередь. Теперь ты выбирай Милане конфетку. Ребята, но она же не знает, где здесь плохие, где хорошие. Любую выбирай. Нет, только не скунса. Пожалуйста, только не скунса. Ребята, я, наверное, выберу Милане рвота или персик. Что, серьезно? Да. А себе какую возьмешь? Ну, Даша, пожалуйста, возьми себе рвота или персик. А себе я возьму протухшая рыба или курица. А кто сейчас первый пробует? Ты. Я? Конечно, просто раз Даша первая пробовала. Все, проигрыш. Может, тебе вкусно будет? Может, тебе вкусно будет? Я рвота. Рвота! Я ее до конца не... 100% тебе пробую. Может, персик? Когда разжевываешь, раскрывается сладкий вкус. А вот когда... А потом чувствуешь какой-то привкус немножко мяса, а потом снова, знаете, вот так играет как-то... Невкусно было, короче. О, фу, что это? Это рыба, Даша, 100%.
Господи, какой ужасный запах! Ребята, это был вообще шикарный челлендж. Нам очень понравился. Да, конечно, были такие вонючие вкусы, из которых мы даже выбегали. Особенно скунс. О, да. Ну, нет. Но скунс это еще более-менее. Самый ужасный для меня был вонючий жук. Ребята, ну вы сами все видели, как все происходило. Да. Но, если честно, челлендж очень прикольный. Я рекомендую всем попробовать эти конфеты. Они очень прикольные. То есть, если вы попробуете, вы уже для себя сделаете решение, хотите ли вы эти конфеты или нет. У нас даже понравились. Да. Всем пока-пока и до встречи в новых видео! Не забудьте подписаться на канал Даша ТВ. И всех пока! И с Новым годом! Пока-пока! Пока-пока!